Кажуть, вона має таку силу, що двічі рятувала Одесу під час війн. Касперовська ікона Божої Матері. Ми день за днем розповідаємо про чудотворні святині України, які 27 липня прибудуть до Києва. І просто зараз дізнайтеся про ікону, яку в Одесі називали своєю покровителькою. Інформаційний партнер ФОМА в Україні. Журнал не схожий на інші. Она приехала в Украину из Трансильвании 230 лет назад. О человеке, который привез святыню с собой, известно только то, что был он сербом. В 16 столетии этот человек поселился в Херсонской губернии. Спустя два века икона Божьей Матери оказалась в руках помещицы Херсонского уезда Ульяны Касперовой. І тривалий час вона зверталася у своїх молитвах до цієї ікони, і у 1840 році ікона просвітліла, яка до цього часу була вже такою старенькою. І після цього багато людей почали звертатися до цієї ікони Божої Матері і отримували зцілення. Видя такие чудеса, помещица Касперова решила отдать святыню в один из храмов Херсонской губернии. А в 1854 году чудотворную Касперовскую икону крестным ходом принесли в Одессу. Шла Крымская война, город был в осаде флотов Англии, Франции, Турции и Италии. И тысячи людей стали молиться перед образом Божьей Матери. Без жодного вистрілу бойові сили цих країн морські покинули побережжя міста Одеси. Це таке було відоме чудо, яке зберегло місто від захоплення. І з цього часу ікону Касперівську почали привозити до міста Одеси на свято Покрова Божої Матері, коли відбулася саме ця подія. Впоследствии святыня навсегда осталась в Успенском кафедральном соборе. Одесситы уверены, она спасла их родной город дважды. Еще раз в 1944-м. 9 апреля немцы приказали одесситам открыть двери в квартирах, ворота во дворах, а окна наоборот закрыть. Всем быть дома и ждать. Горожане были уверены, оккупационное командование готовит масштабную карательную операцию. Единственной надеждой на спасение для многих была Касперовская икона. Люди устремились сюда, вот в эти своды нижнего храма Успенского собора, потому что верхний храм был поврежден авиабомбой и действовал только вот этот нижний храм. И люди прибежали сюда и попросили священника вынести Касперовскую икону Божьей Матери. Сейчас икона находится в Киоте, в то время она хранилась в алтаре. И вот батюшка вынес на этот амбон икону Божьей Матери Касперовскую, и люди начали молиться. В храме негде было ступить, столько верующих пришло молиться. Поближе к алтарю ставили маленьких детей. Их молитва самая искренняя. Царица Небесная не заставила ждать заступничества. В ту же ночь началось освобождение города нашими войсками. В цьому році, 27-28 липня, ця ікона перебуватиме також на території Києва, нашої столиці, куди приїде багато вірян, багато людей для того, щоб помолитися перед нею і попросити заступництва Божої Матері. Одесситы и многочисленные паломники уверены, икона, дважды спасшая город от большой беды, никогда не откажет тем, кто просит у нее помощи с чистой душой и открытым сердцем.